Кодского. Сергей Петрович, а вы вообще последний раз когда были в автобусе-то? Я, вы знаете, свою трудовую деятельность начинал с работы кондуктором в автобусе. Да не может. Шестой автобус, силикатный завод, Даниловский рынок. В 58 году из конца в конец старыми деньгами 2 рубля 20 копеек стоила поездка. Ну, все-таки серьезные деньги, а здесь бесплатно сейчас можно ездить. Вы знаете, это очень потрясающая, гуманная инициатива правительства Москвы. Я вот слушал вас, вы говорите, в Бибирь вы ездили, в Астафьев вы ездили, а в ЗАГС вы не ездили? Ну, а чего, вы что предлагаете? Должны как-то сходиться-то люди, находить друг друга. А что так? Сергей Петрович, представляете, вот вы в такой клуб вступите, миллионы поклонниц и поклонников сразу же просто ломанутся. То есть у вас приезжайте в музей. Нам, кстати, рекомендовали ваш музей, когда пешая экскурсия была. Как-то я так странно в своем доме нашел и квартиру, куда приходил часто Есенин. Есенин, вот. А так как я всего-навсего каких-то 52 года назад сыграл в кино Есенина, я стал собирать материалы. И когда работал над Есениным, собирал книги, прижизненные издания, автографы попадались даже. Когда я это все собирал, это вы себе не представляете эту радость, которую ты достал какую-то реликвию, какую там, сказать, допустим, хлебные карточки 20-х годов или там начало еще, так сказать, военного коммунизма. И несешь их в музей. Вот это вот не передать, что он еще пополнился, еще пополнился. А потомки Есенина там есть? Потомки? Да. Ну, в экспонатах его, ваших. Вы знаете, у Есенина много было женщин. Да. Вот в вашем доме... Вы прослыхали? Он жил с Айседорой Дункан. В моем доме, в моей квартире жила первая жена Есенина, Анна Романовна Изрядного. Изрядного. И вот ее комнату я восстановил, начиная с обоев. А как? Начинать надо все всерьез. У вас бесплатный музей, да? Бесплатный. Бесплатный. Надежда Михайловна, бывали вы в музее в этом? Еще не привелось. Теперь пойдете? Конечно. Теперь мы свой план посещения включим, конечно, в ваш музей обязательно. Вы знаете, имейте в виду. Потому что мы работаем бесплатно, но мы работаем по заявкам. Хорошо. Потому что или я веду экскурсию, или мой помощник ведет экскурсию. Обязательно, конечно, непременно. Надежда Михайловна, а вы как попали в клуб путешественников? Я всю жизнь проработала учителем. Учителем чего? Учителем географии. А потом, значит, ушла на заслуженный отдых, но по своему характеру. А чего я дома. Такая молодая женщина. Ну, заслуженный отдых. Заслуженный. Конечно, ну как. И я занялась садом, огородом, цветочками, которых я люблю и которых у меня великое множество. Ну, естественно, делали с подругами вылазки по музеям, в театр. Но, хочу сказать, это были эпизодические такие вылазки. Почему? Потому что во многие места просто невозможно было попасть. И тут как раз на нашу радость и счастье реализуется в 2018 году проект «Московское долголетие». Большое спасибо всем организаторам. Автобус появился. И началась совсем другая жизнь. Да. Что-то вспомнилась фраза из фильма «Чапаев». Говорит, эх, Петька, такая жизнь будет, помирать не надо. Вот я думаю, проект «Московское долголетие» это он не дает. Этому способствует, что... Конечно, еще столько маршрутов неосвоенных. Чего ж там? У меня в семье уже говорят, может, ты и ночевать там останешься. Нет, с кем, кто? Надежда Михайловна, вы что успели посидеть на автобусе на этом? Так, и когда образовался наш клуб, образовался, это вот с февраля месяца, и побывали в интереснейших местах Москвы. Это музей Пушкина на Арбате, это музей Василия Львовича, дяди Пушкина. Да. На Басманной. На Басманной, да. Угу. Это парк «Патриот», это геологический музей, ну и всего не перечислить просто.
после посещения Третьяковской галереи. Провели викторину интереснейшую. Такие фрагменты из картин были, да, и мы должны были участники узнать. И вопросы, ну, например, там, какая картина писалась сразу двумя художниками. Угу. Имелось в виду, что это Шишкин, да? Шишкин, Шишкин и Савицкий. И вдруг он же написал Мишек «Медведи». Мишек, да. Айвазовский с Репиным, ну. Пушкин на берегу моря. Вот этого мы не знали. Айвазовский, а Пушкина... Значит, еще поедем. Ну вот, а Пушкина... Да, это будет повод еще раз посетить. За один день вообще вот это все... Сейчас вы увидите места, в которых вы были. Но фотографии это не, скажем так... Не сегодняшнего дня. И мне интересно, узнаете ли вы их или давайте нет. Давайте попробуем. Давайте попробуем, да. Большой театр. Большой театр вижу, да. Да, да. Большой театр, это да. Вы были во всех этих местах. Измайлова вот. Где? Вижу, по-моему, вот этот. А не Воронова ли? Вот где Кремль, Измайлова. Нет, разве я нет? Вот. Слева нижний. Похоже на Воронова, но там тоже похоже, колонны, да, были. По, да, стилю. Угу. А вот это вот похоже на геологический музей, второй внизу. Это где, внизу? Да. Справа? Да. Угу. Да. На геологический, да, музей, да, да, похоже. А вот это вот посередине, это Василий Львович, Пушкин. Дом на Басманной. Угу. Вот. Сергей Петрович, а вы свой-то музей не узнаете? Здесь я не вижу своего музея. А вот это? А сейчас? Это Сивцев-Вражек? Да вы что? Я узнаю только мостовую булыжную, которую я помню, которую никто не помнит уже. Это да. А дом – это не мой музей, вы знаете. Да. Вот мой музей. Вот, вот, да. Вот это другое, да, дело. Вот подворотня там, если, да, дальше, да, да, смотрите. Второй подъезд. Подъезд, подворотня. Угу. И надо войти в эту подворотню, и направо на первом этаже будет, угу, вход в квартиру 14. Угу. Вот там проживала Анна Романовна Изрядова, куда к ней приходил Сергей Александрович Есенин. Вообще, этот дом был отдан сотрудникам типографии Сытина, где начинал работать Есенин. И он, у него были полно знакомых в этом доме. Он ходил еще и в 21-ю квартиру. Так вот, стол, который у Анны Романовны Изрядовой, у меня из 21-й квартиры. Все-таки он из этого дома. Вот и так. За этим столом мог сидеть Есенин. Все, аншлаг вам обеспечен. Я после того, как мы с вами закончим, я буду говорить с людьми, которые профессионально занимаются вот этим проектором маршруты к долголетию. И хотел бы узнать, может быть, у вас есть какие-то или пожелания, или вопросы к ним? Ну, во-первых, конечно, хотелось бы поблагодарить, это что, само собой, что, да, нам такое удовольствие досталось. Это такая, да, радость. Такая радость. И, во-первых, я перезнакомилась со многими интересными людьми. А так бы, представьте, дома сидела бы с внуками только, и было бы... А дедушка есть у внуков? Есть, конечно. У меня даже сейчас внуки иногда обижаются, говорят, что бабуль, опять в наши выходные вы на свои поездки. Уходит. Да. Куда? Там, да. Вот. Ну и пожелание было бы, чтобы почаще, побольше таких поездок было, чтобы охватить больше желающих, потому что получается, что желающих много, а мест, ой, мало в транспорте. Ну, да. Вот. Да, Сергей, я бы хотел, да, еще, знаете, пожелать, чтобы не только москвичам такое благо было даровано, но чтобы еще и в других регионах, и в Петербурге, и в Курске, и в других городах замечательных, которых я... У меня в среднем по моей работе, по моим гастролям 50 городов в год. Вот. И хотелось, чтобы там тоже они, да, открыли бы это долголетие. Нам года не без... Вот, конечно, Сергей Никоненко и долголетие – это просто синонимы. Но посмотрите на него, красавчик. 82 года. А какой блеск в глазах. Шутит без конца. Чувство юмора совершенно такое же, как, я не знаю, там, не знаю, как 50 лет назад, ну, как 10 лет назад, ну, по своим воспоминаниям. То же самое. Сниматься снова стал после, в общем-то, значительного, как бы, перерыва. В общем, человек живет. Человек живет. Завидую ему. Просто вот молодец. Всем бы нам так.